Всем доброго здоровья! Рад приветствовать своих подписчиков и посетителей на канале. Сегодня вот очередной день. Выехали первый раз на первую зимнюю рыбалку. Первый лед. Будем пробовать, смотреть. Приехали на Старицу. Вот там вон она находится. Будем сейчас спускаться туда. Пробовать, бурить, искать рыбу. Что получится, с вами увидим, вам покажем. Ну вот, 7-го я снимал видео про голубей, про своих. Не было у нас снега. А вот за эти 5 дней навалило. Столько вот стало здесь. Вообще много. Ну, лед, как говорят, стал. Посмотрим сейчас. Зайдем, попробуем. Ну все, пожелайте нам ни хвоста, ни чешуи. Удачи. До встречи на льду. Ну что, друзья, вот спустились мы на Старицу. Вот где я стою, а вот где был лед. Примерно метр на полтора вода села. Вот столько воды тут было осенью. Ну да, говорят, вообще реки подымались. Я сам по ней проезжал. Воды было очень много, кустарник затопленный. Ну и здесь в Старицу тоже вода заходила. Вон сколько тут, какое расстояние, вон где лед был. Трещит. Ну что, пойдем туда вот, посмотрим, поищем, побуримся. Солнышко сходит. Ну, будем пробовать. Жерлишки сейчас поставим, попробуем. Карася, которого ловили осенью. Вот он здесь сохранился. Сейчас воткнем, посмотрим, что будет. Может, на жерлице что-то будет попадаться еще. Жерлицы изготовлены обыкновенным способом, наши заводские. Переделал 3 ради эксперимента. Двойники поставил. Слышь, Геннадьевич? Попробую с двойничком и остальные с тройником. Сейчас мы их зарядим, снарядим. Глубина хорошая тут. Метра 3 точно. С двойниками по новому эксперименту. Попробуем, как такие будут работать. Слушай, тут что-то мелковато, мне кажется. Ну-ка еще раз опустим. Раз. Может, то и отозовется нам тут. Ниточки.
маленький тройничок, и маленький тройничок поставим. Все, первое отправляем в плавание. Вторая жерличка готова. Коряжничек. Попробую экспериментировать. Два через рот, некоторые на двойнике поставить. На какие будет больше сработка, интересно. Если она вообще будет, да? Вот, очередную жердичку поставили. Двигаемся дальше. Стоит. Вон еще одна, еще одна. Три пока поставили. Следующую на двойничке попробуем поставить.
Чего, никто не отзывается пока? Нету. Нету. Вот таким же образом за хребет цепляем его, карасика. Вот очередная. Пока жердицы молчат. Ну вот мы с вами, ребята, и на льду. Сейчас будем кидать удочки, пробовать. Но пока вот солнце сходит. Смотрите, какой лес тут. Старица. Облачка. Видно, вот как вода падала. Прям целый готовый стол. Такой ледяной наростик. Как гриб. Ну что, пойдем закинем, пробуем половить. Чуренок, как? А? Судачок, ебаный в рот. Я в ахуе. Ебаный в рот. Чё такое? Вот. Товарищ махал-махал. Вымахал. Сейчас посмотрим, какого там зверюгу поймал. Ой-ой-ой-ой-ой. Судачок.
Судачок. Надо его отпустить. Да. Да? Конечно, пускай размножается, да, разводится. А вот. Торжественный момент. Выпуск. Выпуск хищного судака. Зарыбляем водоем. Пошел. Ну вот, первая рыбка есть. Судачок попался. Посмотрим сейчас. Закинем тоже снасти. Что будет, увидим. Погодка хорошая сегодня. Морозненько. Градусов 10. Ну, дай бог рыбки нам. Тут он едет на снегоходе там. На бурашке. Куда-то прорывается сквозь лес. Перейдем на другую лунку, что-то не хочет здесь брать. Пробуем в другом месте. Лед трещит, садится. О, треск стоит. Окунь, но мелкий. Отпустим. Эх, червяка моего тащил. Окунь, но мелкий. Ну вот, ребятушки, первый ельчик попался на крючочек. Такой вот хороший, сковородочный. Ну вот, первая рыбка на первом льду. Что, будем дальше? Дальше будем пытать счастье. Ну вот он, первенец.
Что, друзья? Ну что, друзья, была поклевочка. Выскочил какой-то кусочек. Вот он. Красавец. Один. Пока только один. Больше нету. Ищем. Будем дальше. Ну вот, ребятушки, очередная поклевка на блесенку. Вот такой вот выскочил. Хорошенький. Красавец. Вот он. Попался еще один. Красота. Небо. Ну вот, так вот ловим помаленечку окушка. Чуть-чуть поклевывает. Ну вот, сооружаем костровищу. Будем, наверное, обедать. Половили маленькой рыбки. Сейчас костерчик разгорится. Остается. Колбаски пожарим, поедим. Ну вот, разожгли костерчик. Оса уже прогорела. Геннадий, Алексей Геннадьевич зажарит уже колбаску. Такой костер у нас соорудился. Стол такой вот накрыли. Ну, сейчас будем кушать. Ну что, всем приятного аппетита. Лучок подзамерз маленько. Сколько сегодня градусов 10, да, мороза? А ветерок все равно так-то зябнет. Пирог подтягивай, холодненький. Знаешь, да, это тут целое есть, можно пожарить. Такое кусочку тут дальше было. Мне, кстати, я взял, нарезал. Был кусок, вот оставался на базар, что-то не съездил в выходной, там порезало три вот таких.
Эх, сальцо жарится. О! Жареное сало будет. Надич решил еще колбаски, да, поджарить. Глаза не мозолило. Сразу, да. А у вас, Геннадий, сейчас вот по поздней осени не подымалась она? Нет. Не было? Вот только пришла, блядь. Ну а у нас там подъем был тут здоровый. Вообще кустарник все позатопило. Вот-вот, перед самым, блядь, пришла. Ну на везде поднялась. Вот сейчас на берегу ее вода была, блядь, все нахуй. Ну и вот судя здесь вот по этим, по льдинам вот. Далеко она поднималась, выступала-то. Я, блядь, наверное, метр упала, ёбан. Поднялась и упала сразу, наверное, быстренько. Ягода вот растет, калина. Снегирям, птичкам еда. Гроздья красные, наливные. Вот Геннадий, местный житель. Снимаю. На Буране приехал посмотреть владения свои объездом. Все, домой где? Ага, тоже удачи. Пойдем побуримся еще, походим. Ну вот, домой поехал один рыбак, ничего не ловится, сказал, плохо клюет. Ну а мы еще походим, попродим, поборем. На облачка красивые идут. Ох, красота. Пришли на новое место, попробуем на балансир. На блесну, вернее. Ну,
Тоньше? Не ходит от за. Ну вот что, время 12, ребят. Жилицы как поставили с утра. Вот они все в ряд стоят. Ни одной сработочки нету. Или, видать, вышла отсюда щука состарится. Либо ее нету. Ну вот, жилица в холостую простояли. Ну ладно, сейчас маленько да буду собирать их. Потому что еще толку нету. Обычно выход это утром происходит. Утром или вечером поздним. Ну вечером как-то я мало когда замечал, но утром прям должно было выйти, поклевать, а бесполезно. На жилице не клевало. Вот так. Речка бежит. Ну что, ребята, закончили мы рыбалку сегодня. Первый лед, ну первый, как и первый блин, он всегда комом. Поймали мы 5 окуней хороших, крупных, 6 беленьких плотвичек. Ну и одного Алексей поймал судачка, которого отпустили. Ну вот такая рыбалка получилась у нас на первом льду. Ну ничего, отрицательный результат, это тоже результат. Без трофеев, жерлицы отстояли, тоже в холостую, ничего на них не клюнуло. Ну, вот такой вот результат. Я говорил, что время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не входит, поэтому это только начало зимы, это только начало рыболовного сезона зимнего. Ну что, будем ездить, будем пробовать ловить. Ну, всем здоровья, всем удачи, до новых встреч. С вами был Олег. Всем всего хорошего, пока.